Буква Д. День прошел, число сменилось, ни хрена не изменилось. Спасибо. Детка, я хочу твой бастан. Смотрите, симпатипа. Симпатипа. Все дойдем до клубика, потанцуем крабика. Не понял. Я хотел с вами по-хорошему. У меня пропало яйцо. Первый день учебы. Дети, здрасте, мордасте. До свидания. Ох, ты где я? В школе Белабриси. В аду. Как провели лето, ж мы это танцуем до рассвета. Что провели? Мы его просрали. О май гад. Вот так.
Так как сегодня 1 сентября, мы напишем 40 контрольных. Изучаем новую тему. Поняли? Я лучше домой пойду. Школа и есть ваш второй дом. Так нечестно. В школе я ваша вторая мама. Не дай бог она. Она тебе тоже. Мой. Мяу, мяу, мяу. А сколько сегодня уроков? У вас сегодня сокращенная. 7 уроков. Немножко попишем? Немножко? Нет. Хватит! Перерыв пока! О, спасибо! Что с рукой? Это только начало! Наступил апостралипсис! Поздравляю вас с 1 сентября! Спасибо за соболезнование! Oh. Если кепка наоборот, то пломбир мой возьми в рот. Джинсы порваны до дыр, ты полюбишь мой пломбир. Лежим лежа, лежим стоя, упражнение простое. Покупаем мой пломбир, убираем лишний жир. Пломбир за 50 рубасов, вкуснее всяких ганджубасов. Знает со школы каждый таджик, кто не лизал, тот не мужик. Пломбир за наличку, пломбир за безнал. Кто не лизал, тот жизнь не познал. Йоу, знаешь, чего я боюсь больше всего? Ни смерти, ни высоты, ни самолетов, ни пауков. Я боюсь потерять тебя, потому что ты очень важный для меня человек. И, честно говоря, я не представляю свою жизнь без тебя. Поэтому можешь пообещать всегда оставаться в моей жизни. Всего.